На конкурс дети читают стихи. Кожухов Павел, 16 лет, город Саратов. Общеобразовательная школа номер 100. Лев Ашанин, Волжская баллада. Третий год, у Натальи тяжелые сны. Третий год, ей земля горяча. С той поры, как с солдатской дорогой войны, муж ушел, сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет, почерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в Саратовский лазарет, ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей, то надеждой, то горем полна. На другую солдатку оставил детей, едет в город Саратов она. А Саратов велик, от дверей до дверей, как найти в нем родные следы? Много раненых братьев, отцов и мужей на покое у Волжской воды. Наконец ее доктор ведет в тишине по тропинкам больничных ковров, и притихшая слышит она, как во сне, здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченной нежности женской полна, и калеку Наталья ждала, но того, что увидела, даже она не понять, не узнать не могла. Он хозяином был ее дум и тревог, забивал им лихим кузнецом. Он ли этот бедняга без рук и без ног, с перекошенным серым лицом? И не в силах сдержаться, от горя пьяна, повалившись в кровать головой, в голос вдруг закричала, завыла она: где ты, Леша? Соколик ты мой. Лишь в глазах у него два горячих луча. Что он скажет, без руки немой? И сурово Наталья глядит на врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать себе друга былого жена, пусть как память живет он в дому. Вот спаситель ваш, детям сказала она. Все втроем поклонитесь ему. Прочитали соседки над женской судьбой. Горевал ее горем колхоз. Но как прежде, вставала Наталья с зарей. И никто не видал ее слез. Чисто в горнице. Дышат в печи пироги. Только вдруг, словно годы назад, под окном раздаются мужские шаги, сапоги по ступенькам стучат. И Наталья глядит со скамейки без слов, как склонившись в дверях головой, входит в горницу муж Алексей Ковалев с перевязанной правой рукой. Не ждала, говорит, улыбаясь жене, и, взглянув по-хозяйски кругом, замечает чужие глаза в тишине и другого на месте своем. А жена перед ним ни мертва, ни жива. Но как был он в дорожной пыли, все поняв, и не в силах придумать слова, поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят и не мучают верной жены. А с войны воротился не просто солдат, не с простой воротился войны. Если будешь на Волге, припомни рассказ, невзначай загляни в этот дом, где напротив хозяйки в обеденный час два солдата сидят
за столом.